Возможно, полезные советы. Возможно. Представим такую ситуацию. Вам нужно запаять какую-нибудь БГА-микросхему по типу SMC. И вы очень тщательно подготовили место, ровно выставили чип, прогрели феном, а потом заглянули под микроскоп, а он стоит немного криво. В таком положении он, скорее всего, не заработает. Тогда на помощь вам поспешит фотография. Лично я веду свои записи в программе Google Keep. Помимо важной информации, у меня тут есть фотографии важных БГА-элементов. Благодаря этим фотографиям я вижу правильное расположение чипа. Выставляю его, соответственно, фотографии и запаиваю. И таких фотографий у меня очень много. Благодаря этому я правильно установил чип. Это были, возможно, полезные советы. Возможно.